почему технический анализ не работает. Очень часто биржевикам кажется, что технический анализ дает некачественные сигналы. На самом деле они просто исследуют небольшую часть истории графика, упуская важные детали из прошлого. Для качественной работы технического анализа нужно изучить всю историю графика, независимо от того, кто вы, спекулянт или инвестор. Да, это нелегкая задача – найти и проанализировать полную историю бумаги. Но без полной истории биржевик, который использует классический технический анализ, не поймет основную тенденцию на его бумагах, а любитель индикаторного анализа не будет обладать качественной статистической выборкой. Так что узнайте, когда и где ваш эмитент стал публичной компанией, вооружитесь графиками тех времен и смело идите к биржевым победам.